Но вот архитектоника и индивидуальная особенность метаболизма в организме пациента – это редкий случай. Метаболизм, что вы можете заподозрить? Это гиперфункция щитовидной железы, и когда у нас с вами пациент находится на стадии грудного вскармливания или не прошло еще полгода после окончания грудного вскармливания. Да? То есть вот такие эндокринологические проблемы, они могут нам с вами давать… Я предупреждаю своих пациентов сразу перед процедурой. Иногда, в редких случаях, бывает такое, особенно если я первый раз делаю этому пациенту, я с ним, вот, может быть, и знакомлюсь на процедуре контурной пластики. Иногда, в редких случаях, бывает такое, что препарат у вас за счет особенностей препарат может